Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами познакомимся с еще одной разработкой Jagger, автора сайта Modcam, широко известного среди энтузиастов умного дома. Это ZigBee-датчик влажности почвы для растений, функционал которого при необходимости может быть существенно расширен для других измерений. Также, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Jagger и всем, кто приложил свои знания и умения к созданию таких полезных устройств. Информация о первой версии устройства появилась еще в августе 2020 года, как альтернатива Bluetooth-датчику Xiaomi Mi Flora, который существенно вырос в цене, хотя пару лет назад стоил меньше $10. Разработка построена на базе многократного проверенного модуля E18MS1 PCB и измеряет влажность почвы емкостным методом, что защищает электроды датчика от коррозии. А кроме этого имеет возможность установки еще ряда сенсоров – влажности, давления, освещенности и двух датчиков температуры, включая выносной. Меньше чем через месяц, благодаря участникам сообщества, свет увидела вторая версия датчика. Кстати, именно про нее и пойдет речь в этом обзоре. Не отличаясь от первой версии функционально, она была оптимизирована с точки зрения схемотехники, что позволило убрать часть лишних элементов и упростить монтаж. А в конце февраля 2021 года вышла третья версия датчика. Функциональность тоже не изменилась, главное отличие в том, что это полностью фабричная сборка. Приложенные к статье исходники для заказа содержат всю необходимую информацию для производства готового устройства, самостоятельно останется установить и припаять держатель элементов питания, прошить и распечатать корпус. Все ссылки в описании под этим видео. Итак, как я уже сказал, герой этого обзора – датчик второй версии, оптимизированный. Собран в Украине. И очередная моя благодарность для Александра из Одессы, который собрал и безвозмездно передал мне несколько таких устройств. Для желающих заказать, ссылка в описании под видео. Для заказа по территории РФ также имеется контактная ссылка. Попавшие ко мне датчики рассчитаны на установку двух батареек формата 3А. Здесь важно использовать именно батарейки, так как их напряжение равно 1,5 вольта, что в сумме дает 3. А напряжение никелевых аккумуляторов в сумме дает около 2,5 вольт. Также можно заказать и на базе круглой батарейки CR2032. В датчике используется модуль E18MS1 PCB от E-Byte на базе чипа CC2530, который очень часто используется в подобного рода DIY устройствах. Эта часть датчика должна находиться в почве. Прямого контакта электродов с влажным грунтом нет, что предотвращает коррозию. В моем случае это единственный измеряемый параметр, остальные сенсоры не установлены. В сочетании с высокой энергоэффективностью ZigBee, кстати, в данной версии датчик передает данные раз в 30 минут, емкости батареек должно хватить минимум на несколько лет. На датчике есть кнопка, короткое нажатие принудительно проводит обновление данных, а для синхронизации нужно около 10 секунд удерживать ее, пока светодиод не начнет мерцать. Подключение начнем с SLS-шлюза, в котором сразу появляется поддержка всех устройств с Modcam. Синхронизация и подключение происходит в штатном режиме, поддержка полная. Помним, что особенностью работы SLS является то, что сразу после подключения появляются не все объекты устройства. Они отобразятся по мере получения с них каких-то данных. Это нормально, так и должно быть. Параметр Last Seen – это время последнего отзыва от датчика в Unix формате. Все эти сущности зеркально пробрасываются и в Home Assistant. По мере обновления в SLS будут появляться и тут. Обновить их принудительно можно коротким нажатием на кнопку датчика. Из реальных параметров на этой версии – уровень заряда, сигнала и влажность почвы. Напомню, интервал между передачей показания датчика составляет 30 минут. Мне кажется, что для растений этого вполне достаточно. А вот так выглядит перечень всех возможных параметров, которые можно получать с датчика. Влажность воздуха, освещение, тут, кстати, есть какое-то значение, давление и два датчика температуры, воздуха и выносной для почвы. А вот их отображение в Home Assistant, всего 10 сущностей.
Если установить на устройство все возможные датчики, то получится целый комбайн со множеством параметров. Это устройство поддерживается и в Zigbee 2 MQTT без применения внешних конвертеров и необходимости ставить версию для разработчиков. Сопряжение тоже стандартное, без каких-то специальных действий. Поддержка полная, включая корректное изображение устройства. На всякий случай уточню, датчик является конечным устройством и не передает данные от других участников сети. Чтобы данные датчика не исчезали после перезагрузки инстанса, в меню настроек можно поставить галочку Retain, тогда все данные в топике MQTT будут сохраняться. Все основные параметры датчика тут те же самые, что и в SLS. Главный – влажность почвы, данные устройства – это уровень заряда и сигнала, и опциональные – влажность воздуха, давление, освещение и две температуры. Для этого датчика обязательно нужен какой-то корпус, по крайней мере для защиты от брызг при поливе. К вопросу можно подойти с фантазией, например, корпуса в виде грибка, который мне прислали вместе с датчиками. Шляпка съемная, она открывает доступ внутрь ножки гриба, в которой находится электронная часть датчика. Кроме этого, она выполняет роль зонтика, который защищает датчик от попадания брызг. На одной из сторон предусмотрено отверстие, через которое можно вывести, например, выносной датчик температуры. Нижняя часть датчика с электродами, которую нужно погружать в грунт, выводится через прорезь в нижней части ножки гриба. Кроме защиты от брызг, корпус выполняет и эстетическую функцию. Вот грибок в горшке с растением, смотрится оригинально и не чужеродно. А так выглядит датчик в грибном корпусе по соседству с заводским решением от Xiaomi Mi Flora. Лично мне больше симпатичен гриб. Вот сравнение показаний датчиков сразу после полива. Емкостной сенсор Zigbee устройства показывает 100% Mi Flora 76. Мне кажется, что ближе к правде здесь все-таки Zigbee устройство, так как верхний слой почвы полностью пропитан водой. Кстати, хочу отметить, что с последним обновлением интеграции Xiaomi Gateway 3 от AlexIT, Mi Flora стала намного чаще давать показания, раньше была гораздо инертнее. Вот показания примерно через час. Оба сенсора показывают снижение уровня влаги, но Mi Flora на 20 с лишним процентов, что как-то много все-таки, а Zigbee всего на 6%. А тут показания двух рядом стоящих датчиков в другом горшке, менее чем через сутки после полива. Mi Flora показывает всего 11%, хотя земля чувствительно влажная на ощупь. При этом грибок считает, что влажность 76%, и это все-таки немножко больше похоже на правду. Всего у меня в системе сейчас 3 таких датчика, как раз по количеству горшков в комнате. А так они выглядят на карте сети. Они находятся в одной комнате с координатором, здесь это USB Zigbee Stick CC2652, и считают оптимальным подключаться прямо к нему. А выводить в интерфейс мне удобнее всего при помощи кастомной карты Multiply Entity Row. Она позволяет несколько значений выводить одной строкой. Я вывожу все, что дает этот датчик. Влажность почвы, уровень заряда и сигнала. Говоря о достоинствах этого датчика, в первую очередь стоит упомянуть интерфейс, на мой взгляд, Zigbee наиболее подходящий для таких устройств, и возможность установки емкого источника питания в виде батареек 3А. Также более адекватная, на мой взгляд, методика измерения влажности почвы, по крайней мере, она более логичная. Также мне очень понравился корпус, хотя это уже немножко другая история, так как его печать не связана с производством датчика, который, напоминаю, в третьей версии можно заказать сразу в сборе, либо приобрести локально с уже установленной прошивкой и элементами питания по одной из указанных мной ссылок. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете прочитать в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!